На объекте рабочие приступили к обустройству цокольного этажа. По словам представителя компании «Мегаполиста», которая занимается строительством учебного заведения, эти работы займут примерно месяц. После рабочие приступят к возведению первого этажа. На данный момент находимся на стадии возведения стен из подвала, монолитных стен. Дальше будем уже планируется отсыпка котлована до отметки пола подвала планируется. Также на днях планируем поставить башенный кран. Тем самым работы у нас намного ускорятся во времени. Площадь четырехэтажного здания составляет около 4500 квадратных метров и рассчитан на 440 человек. Согласно проекту, в здании предусмотрены все необходимые помещения для организации образовательного процесса и внеурочной деятельности. Школу сдадут в эксплуатацию в конце 2025 года. Сейчас на объекте находятся 12 рабочих и 1 единица техники. Отставаний на данный момент нет никаких. Рабочих приблизительно 2 бригады по 6 человек бетонщиков. Завоз материалов никаких проблем с временем доставки тоже. Новое здание второй среднеобразовательной школы возводится на месте прежнего аварийного корпуса. Строительные работы ведутся в рамках инвестиционной программы. Анжела Кукоева, Заур Остаев, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня.